Смотри сам. Да, конечно, бутичка. На кровь. Убивайте тот трэш и на кровь. Злой, злой, меня слышно вообще, нет? Но. Да, привет, слышно. Здорово. Что-то слышу, у вас реально ГМ какой-то, реально недалекий, блядь. С гильдии кикнул, а с РК, блядь, не мог кикнуть, ебанутый. Кто кому дал на пару дней? Участника не снял, не выиграл, понимаешь, да? Прицел, ты с ума сошел, что ли? У тебя все нормально? Нет. Да, да. А куда мы идем, на кровь, что ли? Да, да, на кровь. Да, да, кровавый совет. И телочка кровавая, леди. Ланотель. Ланотель. Но она уже не леди, но перед тем, как стать Ланотелью, она была леди. Как ни войт не зашел, потом она стала кровавой. Злой, а скажи, пожалуйста, писовая шея на холле паладина. Багруха? Багруха, да. Спасибо. Спросили злого, ответили все, кому не лень. Бля, ебать, я наебался. Че такого? Бля, ебать, ты присел. Ты, короче, понял, я делаю достойное оружие задание. И оно называется, типа, нужно поцеловать лягушку, чтобы она превратилась в деву. Может, с Алиной и Серсеей так же работает, это хуйня. Ты просто многого не знаешь, Тая. Блин. Скажи мне, чего. Все. Да, ты вообще все не знаешь. Мытичка, где ты, моя лапочка, нет? Так, что тебе тут? Так, поговорите. До чего докатились Dark Stars, что в пятницу, блядь, Войт рейды собирает. Это же вообще пиздец. Нормально собирает и вводит, что тебе не нравится. Это вот я до армии как забивал на Вов, через год пришел, там такой Алисия был, короче, вот примерно то же самое. Не знаю, Войт с Войтом классно ходить, спокойный. Не, ну нормы, да, не спорю, но Геры... В смысле нормы? Он и Геры нормально вводит. Уже какой раз с ним на РТ хожу по на именно в Геры. Спокойно, все нравится. Помните, что тут Варенька страхует его, четко все. Ну, Варенька, да, базару ноль, а как бы насчет Войда. Давайте контроллеры сдадим, я за контроллер. Ну да. Если тебе лично этот парень не нравится, то блин, зачем выражаться? Да, лично, он красавчик, я же ему ничего плохого не говорю, просто так. Да шо вы сагрились, блядь, прицел просто стебется. Кружок, ромбик, пуля. Ну и поехали, а там кто хочет еще контролить? Я ж ничего Славика плохого слова не сказал никогда. Ой, да, Славик? Чего? Я плохо никогда не говорил, правильно? Ну так, высосы. Заведите за стеночку Рослова, чтобы он за контролем не дал его стеночку. И там вот, уже дал одного. Просто здесь. Войт, отойду позвонить. Не упал. Болтали? Не, я про себя. Ой, так не привык за угол кого-то заводить, а там его уже братки встречают, блядь, трое на одного. Да я слайд. Давайте звезду бьем, приоритет. Там. Тактика, можете тоже согреть. Бля, сейчас такую охуенную шутку придумал, но не буду я говорить, потому что вы подумаете, что я отдал боев кончим. Почему подумал? Поздно. То же самое пометка. Приступ приготовить. Я звездочек. До типа дружок, ромбик, пуля. Пошли. Контроль. А знатоки паладинов, Фредриков. Подождите. Все росты. Что? Чё хотел? Какие я... бисовые руки на паладина Редрика? Так он сидит, чтобы он был. Духлопуза, коста. Вот эти латы. Коста крит.
Кожаные эти? Не, стухлопуза. А. Платный. Гниломорда кожаная. А, падает. Разъедающая плоть, я понял, мне уже носить бисово. Спасибо. Ребята, а вот Арти не зал к нему в гильдию, а апофеозис этот. Который рестор X, который был у нас, который. Чё в гильдию он говоришь? Не звал никого из вас? Меня звал. А не ты один, значит. Какой гильдию? Апофеозис. А его тоже, он тоже ушел в гильдию? Да. Он куча жаловался, что у нас только CLK, больше ничего нету. Не, апофеоза? Там парень, походу, просто мозг с не появляется на РТ. Да это апофеоза, там мохито, гейм. Чё туда вообще толку идти? Бля, у меня какой-то тип, короче. Мохито ещё не ливнул с гильдией своей? Я вот не знаю, кстати, мохито, вот. Мне как-то смешанное понимание о нем. Я не понимаю вообще, что это за человек просто. Но он вроде бы какой он человек? Я могу тебе сказать в одно слово. Он курва. То есть он надзиратель? Что такое, или кто? Что такое курва? По украински можешь полностью объяснить? Это по-поляцки, шлюха, блядь. Вот. Приятного аппетита. То второй, то зашел, то вышел, то. Пиздец просто, блядь. Заберите так. Спасибо. Как по полякски будет пиздобол? Прицел! Подъебал. Ты, сука, я специально спросил, как я по полякски, блин, нахуй ты меня прицел. Ну вот, а я тебе ответил, блин. Ну слышь, я хоть и пиздобол, но я никому никогда не обманывал. Понимаешь? Да ты заебал, я стебусь, нахуй ты передо мной оправдываешься, долбоёб. Я потому что, понимаешь, ты-то можешь истебёшь, а люди думают, что я реально пиздобол. Да понимаешь? Они тоже понимают, что я стебусь над тобой, блядь. Нет, прицел нормальный, пацан. Это, блядь, понимаешь, в Dark Stars, блядь, не все могут понять что-то. Кто-то может скринить либо другого человека, следить, блядь, за ним, сколько он что скидывает, блядь. Понимаешь, о чём я говорю? Это ты сейчас к чему? Не, я просто тебе говорю. Поклонский, вставай. Поклонский, вставай. Вот такие, как Поклонский, могут, блядь, 10 паладинов создавать. Так, все, закройся, мы тут совет сейчас бить будем, пожалуйста. Хорошо, да, как значит, тебе это бить? Давайте, Куба быстрее, Поклонский. Брат. Да минуту, подожди. Здесь? Приставал. Подняли его быстрее. Этот, так его резнули. Дайте инту, рыбу и пристава. И кто двоих танчик? Вот тральку всегда приятно слушать, вот это одно удовольствие просто. Да. Ты записал голос уже? Я голос еще с 11 года записал. Поклонский что-то писал, нет? Чтоб дрочить, блять, прицел. Я вообще-то записал целый этот, чтобы ее голос подставил в этот голосовой, блять, программу, чтобы полностью она слова говорила. И порнуху скачал, короче, где там много говорят. Пиздец. Все, Поклонский пришел. На Поклонского. Дайте, пожалуйста, рыбу. Два ханта напуливают Волонара, Рога Волдрама. Или два ханта Полдрама, Рога Волонара, так лучше будет. Быстрее фулбаф. О, запустили, пошли. Кинетику бьют все РДД без исключения. Ханты тоже. Катушка вам не нужна, как Кощуг однажды сказал. Не-не-не, нахуй, я на кинетике, блядь. Я после пить не буду, ебал рот, просто на кинетике. Ты опять в два окна, что повезло? Не-не-не-не. Готовились. Выхарь, разбежались. Выхарь, быстрее. Выхарь, блядь. Сын Вояжера, что ли? Славик, ты чё, сын Вояжера?
Выхарючик! Почему вы бегаете, когда на вас стаки? Осторожно, смотрите. Ебать лагает, кстати, пизда. Да, кстати, тоже заметил. Ёбаный циркуль, нахуй. Походу, только у вас лагает. Чё на вармейн играет, там вообще лаг нету. Куда играть, вармейн? На вармейн, на БК. Ты тоже там играешь уже? Качаюсь потихоньку, друидом. Куда псих ушел и ему это Джерион играет? Да, несколько всего овердрув будет. То есть тебе тоже, да, Darkstar что-то надоел? А, во, лаги начались. И у меня. Дошли до Беларуси. Это сервер. Это чисто сервер, нахуй. Залупный. Ладно, давайте сдачу вам, пацаны и девчата. Выход. Если что, у кого-то в контактах есть друзья, там, если что, пишите. А чё, блядь, глыпы не спасает, что ли, нахуй? Нет. Никогда не спасала. Воу, ладно, я не знал. Бля, кинетику держите, алё. Бабу тоже, да? А эту, бля, такой пережду, заебись. Осторожно на трэше будьте, одного моба пока убейте. На мы ролим. Что там упал? Перекристер был ролим. А, катушки нет. На ух ролим по роллу 10%. Вы чё, бисовая грудь, холи пристрел, друг, рольте, блядь. Ободушит. Охереть. Вот, давай я её магом буду таскать, блядь, бисовую нахуй эту грудь. 10% там. Да ты охуел, что ли, магу, блядь, за 10% не. Да не, не магу. Холи пристрел, друг. Ох, сагр и трэш. Бьем рослого всем. Все, наверное, знают, кто это такой. Звездочку поставил для вас. Видите, его сначала сильно все включились. Потом кружок, пожалуйста. Танки то же самое, по никим метки, остальные ОЕ играют. Ну, рейд ОЕ не играет, да. Меточку бьем, одну меточку все бьем. Следующая меточка ронник. Видите, кружок. Его не танчат. Танки, кружочек. Танки, пожалуйста, стойте по замку, вы из контроля. Дальше танки, танки. Бейте все ровно. Танки, танки, ровно. Киньте мне притяжку, пожалуйста.
пришли на трэш. Не врывайтесь танки в центр в этот. Короче, хотя бы одного тактика там за контролю, чтобы легче было. Левого, например. Вот эту звезду я за контролю. Подходим сюда все. Танки идете, немножко проверим. Бейте звезду эту. Пусть из звезды кружок, потом будет еще. Чё, пацаны, когда дарки развалится? Стоп, чтоб развалились, тут надо шоу. Даня, я, Слава, три человека с гильдии, короче, ливнул, и всё. Чё, пацаны, пошли на Вармейн? Пошли, я уже там. Это надо, чтобы... Создадим гильдию Dark Void без всяких бибопов. Я там шаман уже, 70. Будем за урков ебашить, как бешеный нахуй. Подарите мне там перса, печать на фото, пиздец. Ты компали быстрый. Да я заебусь там. Ну или прокачать на правой гонке. Чё там, X5 же, да? Я лока там делал. Варочек. Как мне там быстрый кач. Резайтесь. Это, а знаете почему вара не хочу? КД на глухую оборону 30 минут. Блять, я ебу. Сколько? 30. Зачем вообще такой скилл делать, нахер надо? Все дураки, блядь, сука. Это на одного босса в рейде, да? Чисто так один раз. Блядь, Войд! Войд, ну зато там блок щитов. Блок щитом охуенный, блядь. Говно. Иди нахуй, сам говно. Танки пошли. Ха! Это было неразумное решение. Рейндж словили. Центр осыбались. Мы мешаем хилам. Я голодна. Так, чё ванговать? Щит упадет. Ваня будет про товаром. Как вам такое? Это заклинание еще не готово. Я уже почти до Барбет съебался. Страдайте же! Спак там побыстрее, пожалуйста. Тут Лузер понес отлично. Братан, укусишь. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Так, стоп, кстати, с укусом посмотри. Это заклинание. А, ну тебя подвиньте немножко вперед, пожалуйста. Вот, спасибо. Это заклинание еще не готово. Немного от щиток на себе кидай. Неужели мне на панельке нету снимки? А, вот он. Я пока не могу прочитать это заклинание. Продайте же! Начинаем представление. Сука, рейндж словить.
Бля, капля, конечно, топовая, но, конечно, не хватает. Пиздец. Не роняем танк. Значит, я отдал гиб на первой взлетке. Давайте Геру. Вы должны задамажить, да, вроде? Любил вас, подойди. Что за сколько? Как вам такое? Пусть даем. Что в центре заболевания, объясните. Что делать, если мана закончилась? Молиться, чтобы она восполнилась. Либо тизерей, да, блядь. Ты видел фоточку ВКонтакте? Типа там было написано, что а что если мы все маги, но просто у нас мана закончилась? Выбу прожима. О, шея. Но не та. Давайте, кто там? Нет, давайте, знаете как? Вы думаете, это говно, да, бесполезное? Да, за 10%, ребята, забирайте нахуй. А так это говно бесполезное. Это охуенная швея. Как и вы, да. На ХДК пись, если ты не орк. А я ее фуриком носил, блять. На Антон стене, короче. 20к давал, обоссывал всех, короче. Да-да-да. На чумку, я думаю, трэш уже почистили. Кто там выше? Так, кукуруза, Поклонский, Апис. Кукуруза выше. А, фертроз у тебя есть уже? Ну, блядь, вдруг прокатит. Пацаны, кто на тапки врывается? Войд? Угу. А, блять, Войд. Охуев, 167 пэр. Скажите там косарю людей на сервере, чтобы они офнулись, а то, ну, блять, лаги пиздец. Привет вести не могу, блять. Дело не в этом, просто сервер кончен. Вот и все. Не ругай наш любимый сервер. Говно сервер. Мы на нем 9 лет, блядь. При этом бесплатный. Но злой, сука, все-таки как-то умудрился Талик задонатить. Да вообще, блядь. Я на этом сервере и расстраивался, и чего только не было, блядь. На 49 уровне у меня 42 тысячи убийств, блядь, понимаете? Ну, это, конечно, за 3 года я редко играл. С 2009 по 2012. Вар. Начинал я, короче, в 2010 году куриком. Куриком с двух ручкой. Нос. Рыбашник. Канка без глаз. А хули не с двумя одноручками? А потом одноручки взял. Потом с одноручками. Короче, я магу дуэль, маг мне какой-то дуэль кинул, фрост или фаер, не помню, вроде фрост был, или фаер, хуй знает. Короче, кидает мне дуэль, ну типа такой крутой, да, смотрю, на дуэль, блядь, убивается, блядь, просто. Чарж, ну что-то блинкует там, что-то делает, блядь, прожимаю жажда смерти, блядь, криты, кровожадный, 2000, нано, с одной плюхи убил. 2000, блядь. Это маг был один, фрост. Перепан, он даже где-то на 80. Короче, он даже вроде с кем-то, с каким-то ШП дамажил с нашей гильдии. Варенко играл. С ним я, короче, дуэлился.
У нас там так, такие были дуэли, просто пиздец. Мы вдвоем умирали, короче. Ну, типа он умер, я умер. Там вообще так прикольно было. На БГ и баш. Там на 49-м, короче, рулили ШП Присты и Элим. Элим просто разрывался. Я про товаром, короче, у меня там профы были всякие, там инжары. Охуенные, короче. У меня только с кучей проф. С кучей проф, короче, мог Элим убить. Я там все прям отдавал. Банки, все мог. БГ прикольные, кстати, были. Таких, ну, таких атмосферных БГ нет вообще. Если это было 80. Было так, что, короче, ну, флаг берут, и в той, стороне берут флаг, бегут к себе на базу, короче, и сидят с ним. И там уже баф вешается какой-то, я не помню, как называется. Ну, какой-то баф, который, типа, урон увеличивает, поэтому кто флаг носит, пиздец. Ну, баш, не хочу. Так, запустите пока ловушки. О, ленточка нахуй, это плюс к ДПС. Запустите ловушки. Гоу-роу ленточку. Сука, как обычно. Мне нельзя с пугами ходить, блять, в рейду. Два ханта, 5 шп, грузов. Локи порталы ставите, если что, вы первые на замену на рейндж. Так что порталы поставьте сразу, как бы начнется. Так, два ханта, 5 шп, кукуруза и пропал. Нет подбуса. Интерлут. Идите к боссу быстрее все. Баф пока быстрее, там кому что-то хватает, говорите. Есть кому не хватает кулаков? Ну, вроде хватает, все. По хантам МП5 можно обновить. Кукуруза. А рыба есть? Так, убьем без тебя, значит, этот васап в рейндж. Васап в рейндж, кукуруза офнись, там что-то сделай, там не знаю. Иди, этот, короче, чек на кукурузу отошел. Интерлут портал поставил. Интерлут в РК присуни, пожалуйста. Угу, если что, похоже, раньше все будет. Ну давайте, бля, вам какой-то крестик поставил, не знаю, почему. Начинаем. Гера КД, так что не будем Геру давать. На пухом тоже. Это заклинание еще не готово. Хотя, в принципе, мы дадим... Беги, малышка, беги! Двигаемся все. Если будет больше трех тел блевать, я вас по ГПшу, короче. Разбегаемся, нормально, раньше всем даем. Разбегайте. Я починил трубы. Сразу раньше что видишь. Вперед, назад и нормально. О, побежал. Вовремя побежал. Вонючка, вонючка. Отличные новости, народ. Двигаемся сразу, двигаемся все. Подожди,
Так, это кукуруза, все нормально, у нас все в рейнже есть. Фу, сказал, почему-то. Липучка, вонючка! Энергичные новости, народ! Слизь снова потекла! Выбота, да? Побежали, побежали сразу. Снова потекла. Боже, наступаем. Так, бьющих выкидываем. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Давай, Герушин. Да. Побежали из центра. Побежали из центра. С тех мест, где вы стояли, надо отойти. Куда упадут сопли. Вместе не собираемся, рейндж сдержим. Сейчас будет еще блевать. Собирайтесь под босса обратно. Так, маг под боссом, волшебный, ничего страшного. Почему вы умираете? Стоял за спиной. Все РДД и хилы в центр, уходите на рейнджу. Да, вот, уходи. Диспельте болезни. Там зеленый, что ли, не забрали или чё? Хиль теряет. Зарыгали. А, Мелизону заблевали. Вы охуели, что ли? Фух, до свидания. Любимый город, сука. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Опа, опа, вайп на гневом. Блять, давно я этого не видел. Взрыв. Да, бегите. Дуду типка, дай нам ману. Шаман, диспели. Это, блевоту. Дайте гимна на ману быстрее, шпмана маны нету. Дедмэни, похиль. Да все, убили. Еще нет. Блять, да. Так это что, Мелизану заблевали? Да. Отличные новости, народ. Я починил ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Спасибо. Да я поэт! Потрясающе! Шкаф натухло. Не, ну там, ну порезайте. Ответ на мейн, я спорю. А 10% на аркана. Во, бля. Хотя нахуй он мне нужен, отдай ему ригелю нахуй. Бегите. Суманите меня и вернусь. Грудак надо кому-то? Нитичка на тебе. Хоть что-то, да? Хоть для квеста на шее вот эти пригодятся, те шмотки. Знаешь, у меня квест, у меня... Это мейн? Ну да. Мне Слава. Не надо, я ДК вряд ли буду делать. Я все понимаю, но ты же за бесплатно никому ничего не отдавал. СГП я имею в виду шмот, ты вроде бы не отдаешь. Ну, этот шмот никто не носит. На квест на ШМ, я думаю, зачем ГП? Но носить не будет все равно. Там Т10 идет на ВДК. Это промежуточный шмот, я вообще его не считаю за шмот. Смотрите, сейчас убиваем Тухова. Мытья у нас пойдет на Ршаму.
Так, ребята, дайте каску, кулак, монорек. Лови кулак. Во, охуенно, кулак заеби зашел. Каску. Монорек тоже заеби зашел. Каску. Энимал Джаз, дай по магам каску. Так, от маги, души вообще. Маги, присты, споры, сносите. Значит, меточка вам риги. Нет. Квадрат. Как огурчик. Обязательно споры сносите. Чтобы не умереть, хотя бы глаз так. Дев прожимаем. На глыбы тучки. Рыбы не было? Не видел, вроде не было. Штрубелей. Давайте чек на пол и начнем. Долго стоим. Три споры должно быть в двух метках и под боссом. Внимательно. Это обязательно. Начинаем пул. Повеселимся! Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Я не могу прочитать это заклинание. Как провисло. Я пока не могу прочитать это заклинание. Что-то спор прыгнул. Насап, ты что-то как-то говорил про жим. Да, ну вот едкой гнили, когда таймер идет. Чтобы в газ не попасть, это за сколько надо? За 4 секунды. 4, да? По таймеру смотришь 4 секунды, и оно бывает на третий кидает блять, ну эту блевоту. Ты понял. То есть когда 3 остается, да? Он кидает блевоту. Ну, да. Но он не всегда, он же по-разному. Он бывает кидает, бывает не кидает, непонятно. Настроение. Это как спалька, не знаю, че. Или у нас сейчас там вроде шаман. Ставь на тухлом всегда с пула, беги в центр, ставь там тотемы, а потом уже выбегай на рейндж. Ну потому что не весь рейд с тотемами получается. Войд вангуй пояс анхантовский. Да, пояс упадет под бал. Сейчас проверим теорию. Твой тапок нахуй. Нахуй тапки, дольни свои тапки и все. Вроде не кинешь. Ну это бомб, понятное дело. Блять, залейте мне ману, пожалуйста. Ты что, самоцветы не делаешь себе? Уже два сожрал. Как забой ты успел? Мне кажется, магу надо на дух шмот собирать. Походу. Ну или ты не с фул маной начинаешь бой. Так, бой. Волшебное заходит. Меня свет рубануло. Хорошо. Я когда магом играл, я... магическую концентрацию в 3 только вкачивал. Вкачивал резист. Я никогда по мане так не садился. Хуй знает меня. Ну просто... А что сейчас не играешь? Я его украл. Тапки. Поставите на это. Я ж сказал, блядь! Вот сука! Лица. Пояс упал, но не тот, блядь. Ну я скорее упадет пояс. Я его даже чувствую. Только нахуй тебе, ты все равно не дамажь войд. Да это на хули приста последний.
А на ШПшку у тебя то есть? Нет, нет, я не буду их забирать вторые, нет. У меня просто будут камни, и мне похер. Давайте на мейн ролим. А чё, всего лишь 583 гп эти тапки стоят? Да. А пуха 900 гп, да, слича? Мытя, ты же на мейн БДК, да? 1600, да, да. Не хочешь? Ебать, а как такая большая разница, ребят? Это же топовый шмот. Или у тебя есть этот пояс? Потому что пух слича 284 уровня шмота. Так, ну смотри, ты сейчас зайдешь на Ршамчика и будет отлично по хилу все. На любом? Ну пока что ивент, жди там. Сейчас ивент убьем. Ну я не знаю, мне кажется, лучше черный лимон. А того-то ты сводишь в геру еще, потому что там другие хилы будут и будут нормально как бы. Ну, так... Ладно, хорошо. Ну я не знаю, на лимона тебе же не надо ничего. Да, мне то, что надо было, все равно не упало. Нет, ну упала, но я все равно их не забрала. Сапоги, например. Может, Варенька на АДК зайдет? 5 ШП в рейде. Да, 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 было вообще. Знаешь, так что... есть АДК же. Нет, нет у нас АДК. Мытя. АДК. Мытя на шамана пойдет. Да, Варка. Ну, блин, тут бы Глора. Ну ладно. Зайду до протопава, просто 4.6 и потачу. Слышь, Войт, мне похуй, зайду кем надо. Где ж там АДК, если что, нет, только танк. Так, погоди, тогда Ваня сиди. Тебе с профа ничего не надо, Ваня? Не, с профа не. Блин, я не знаю. У тебя и так КД есть, короче. Просто, блядь. Давай, заходи на этого, на палитру. Пусть злой зайдет на БДК. Давай я зайду на БДК. Ничего не надо. А, ну тогда сиди, Ваня. Ваня, сиди. Злой на БДК, поклонский АДК будет. Да? Мытя сейчас зайдет. Да, не. Вот ты со своим советом сейчас только что спер у меня печеньку. Ах. Нет. Хотя смотри, вот, ну. Вот видишь этих хилов, да, как они хилят. Если дедмайндеда в ШП спекнуть из холи приста, они вчетвером захилят нам нормально профа? Да конечно. Ну давай дедмайндед в ШП. ШП нормально, кстати, тем более. Да, в ШП, значит, дедмайндед. Услышал, плюс поставь. Дайте шкафчик, пожалуйста. Угу. Иди, типка, заходи. Ты консумат. Как пугать будете, я зайду. Один из шаманов тотем защиты от природы поставьте. Так. Пишет этот, то Animal Just, что лагает. А как ты нам лича будешь танчить? Там залагаешь тоже, да? Кто не лагает, присоедините, пожалуйста. Или кто норм пацан? Кукле посидеть. И у кого ДПС не очень. Ну, наверное, я, да? Ну ладно. Чек на кухне. Так, что-то забагался. Что-то... Дуду типка заходишь? Да. Бафайте лимона черного. Фаертроль, вернись к нам. Смоньте фаертроля. Подожди, идем. Заходим. На этого не забыл. Ты заходишь в фаертроль? Алло, 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 алло. Этот, злой. Ну, он заходит или что-то? Давай релога снести. Слышно меня, нет? Слышно. Злой, где там? Злой, ты здесь? Блять, злой. Дай сербу, пожалуйста.
ты заходи давай. Где там злой? Чё он, блядь, не отвечает? Чё, злой ВРК там нет? Ну, типа, ты зайдёшь? Да, я зайду, найди злого. Ну, заходи давай. Злой. А чё мутант нойзер и нахаков делать? Чё он не ходит в рейден? Чё, чё он со мной тоже в рейден любит ходить? Сука, арене уже вроде с ним. Ёбаный в рот. А, спит. Так он там не пошёл из-за этого. Там кто-то там на что врывается. Поэтому он сегодня не захотел. Вот, вот, он за наручами ходит. Написали же. Не понял. У кого-то там ребенок говорил, сорян. Что? У кого-то там ребенок сейчас что-то говорил. Не, это не ребенок. Это девушка. Ребенок? Смешно. Выбросила. Все здесь клон? Да нет. Нет. А кого ждем? Да злого, да. И пуля на выбит. Злой ВРК там, гляньте, пожалуйста. Ну, а походу вылетело. Потому что он магом до сих пор в ЦЛК. Угу. Не, нет его ВРК. Ладно, кикнем, короче, Ваня. Давай, наверное, на ШП. О, блядь, на АДК. Ну, как вариант, я могу зайти на БДК, интерлюда, Симона. Я зайду сейчас. Да, слишком много КД просто повешаем. У Вани там уже... А у меня эти БДК, блин, слышишь? Ну, это понятно, но интерлюда ты зачем? Сейчас, вон ШП сколько, мы должны профи нормально убить. Не, интерлюд просто в демона спекнется, он сейчас с Африком. Да забей, сейчас Ваня зайдет. Ему с профа не надо ничего, на лича подсуетим еще. Короче, ребята, вы... Вылетел, захожу. Давай, заходи на АДК сразу. Заходи. Ваня, обратно. Чё такое регион? У меня маг не в инсте уже? Не знаю. В инсте еще выбей сначала его. Да, заходи. Сейчас зайду. Выбей. А колба только мне нужна? Или кто-то еще на колбу врывается? Не знаю даже. Да, скорее всего, тебе. Ну, тех паладинов посмотри. Может, да я одного посмотрел. Че там злой, заходишь? Злой, злой, опять вылетел, алло. Злой. А тут ВРК, ВРК он сидит. Да
Да, Краль, ты иди 2 минуты, все отходите 2 минуты, чай налейте. Чё, Слава, ты с нами? Давай я на БДК зайду уже и начнём. Чё, меня слышно? На них кто-то живой есть? Слышно. Слышно, слышно. Злой тут? Или что, нету его? Я нету. Ну заходи тогда на ДК. У кого не лагает и у кого ДПС меньше меня? Меня не лагает, пухнуто. Упали глаз? Не, лучше ханты пить будет. Короче. Так. Волшебно, у тебя не лагает? Не-не, у меня нормально. Кукле. Не, блять, не доверяю. Не-не, Геру я не понесу, я что-то стремаюсь кукле Геру держать. Смарт-хил, дуже типка, подходите. Дутипка, смарт-кил, подходите. Дайте еще раз, шкаф исчез. Что, так будем бить или добрать? Забирай. Ой, так, может, зайдет на плечо. Поклонский, давай в АДК. Палитра, танк. На кукле посижу, не молча сморозится. Стой, зашел. Заебал. Да, блядь, синий экран заебал, блядь. Я хуй знает, жесткий, походу, перегрелся.
Иди к ДК, там возьмем пати, кинь, что зайду потом. Давай, кидай пати. На кого? Готов, нахуй. БДК нужен? Ребята, блядь. Бля, ну извините, я, короче, ничего не мог сделать. Комп подостыл, я форточку открыл нормально. Ты там не замерзнешь все-таки этой форточкой? Похуй! Мне в танк, да? Да. Добро, добро. Для ДК. Как, по какой тактике? К зеленым вожу, не? Да, будем стопать. К зеленым водишь. Первого не замедляют, двух потом замедляют. На двух. Первая переходка бурсты, на вторую переходку веру. Дайте пристабав лапу. Давай, типа убав, пока подтверждаем готовность. Костю там забафайте. Дед мини этот ШП. Да куплю. Ну, вроде должен нормально все делать. Все, этот. Кто ж в танке, блядь? Неоспоримо, приготовься. Так, выпью, начнем. Сразу, да? Ага, понял. Как вам по 5 вон там дайте? Апис омоложение на куклу. Стопайте, профа, стопайте. 3%. Пизда. Бейте зеленый. По дебафам бейте. Перевели. Я слизнюка в одной комнате. Может получиться. Звук замедлит. Бейте зеленый. Давайте сакру. Добейте зеленого, второго зеленого бейте. Сбегайте с цель. Давайте гимн на ХП, первая пати. Интересно. Я для красного, потом еще раз. Так, вторая пати прист гимна ХП. Красный смена. Не, это вайп. Давайте, ладно. Диспенсер куплю, пожалуйста. Почему я принял прок на ПП? У кого там вставалка, я сейчас прок. О, как неожиданно! Вот, сова резы кого-то там. Че он бьет тотем или че он бьет? Смотри, все тотемы убивают. Резы эти всех.